Старый свет из-за мигрантов усиливает меры безопасности. Сообщается, что на улицах резко вырос уровень преступности. При этом в Германии уже стартует сезон карнавалов. И все боятся повторения событий новогодней ночи, когда сотни женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны приезжих. В результате во многих городах на дежурство выходят дополнительные патрули. Мигрантам раздают памятки с правилами поведения. А в Кёльне пошли еще дальше. Устроили учебный карнавал, чтобы наглядно показать беженцам, что будет происходить во время торжеств и что позволено делать, а что нет. В связи с этим на этой неделе мы обсуждаем тему «Арабский беспредел». Вопрос, как остановить арабский беспредел. Свои ответы вы можете оставить, проголосовав на сайте телеканала или в наших социальных группах.